Бизнес в сфере общепита, по мнению экспертов, один из самых сложных. Именно поэтому нашу сегодняшнюю историю можно назвать удивительной. Ну, можно сказать, что я начала это делать без денег. Что необходимо знать и уметь для старта гастробизнеса? Филе утенка, брокколи на пару. И такие, о, это так вкусно, звучит уже, и никто не смотрит на вес. Кафе, ресторан – это очень живой организм, он прям, ну, максимально живой, и поэтому я нахожусь здесь часто и много, потому что есть моменты, которые мне нужно чуть ли не своими руками это сделать. Люди только начинают узнавать, для многих это необычно и дико. Мы напомним потенциальным предпринимателям о возможности получения госсубсидий на открытие собственного дела. Я понял, что в Гомеле нет подобного сервиса, и это будет очень хорошая идея для стартапа. Ты работаешь на себя, ты для себя это делаешь. Не для кого-то, не для чужого человека, а именно для себя. Поэтому я могу работать 30 дней в месяц, я могу работать по 12, 18, 20 часов. Я хочу зарабатывать деньги, чтобы я могла помочь своим родителям, чтобы они, будучи на пенсии, не нуждались. Вдохновляйтесь историями наших героев и воплощайте свои мечты.